Всем здравствуйте. Решил разобрать свою мойку. Высокое давление, штиль 108. Не создавало давление, не отключался концевик. В общем, перебрал все. Внутри воды не оказалось, как у некоторых на видео показывают ребята. У них заполняется вода в насосе. У меня вроде все нормально в этом плане было. В этих трех отверстиях на клапанах обнаружил. Вот на такой вот пластмасске сейчас фокусируется. Не хочет. На такой пластмасске вот они из трех штук. Две обломанные были. Я две подшаманил, поменял пружинки, чтобы они там ходили. Туда-сюда ход у них был. В общем, их немножко подделал. Вроде работает. С концевиком. Разбирался. Внутренняя часть выходит, отключается. Это не хочет отключаться. Как ни смазывай, ничего из этого не получалось. Решил просто сделать. Просверлить отверстие. Развернуть ее, ставить туда гвоздик. И она за счет своего штока будет подниматься. Работает безотказно. Давление создает. Работает, уже все опробовал. Сейчас попробую собрать. И буду дальше пользоваться. Надеюсь, данное видео кому-то поможет, кто испытывает проблемы вот с этой чудо-мойкой, штилем. Всем спасибо, всем пока.